Сегодня Всемирный день туризма. С праздником жителей поздравляет глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Он отметил, что туризм – одно из приоритетных направлений развития нашей республики. Уникальная по красоте и разнообразию природа привлекает гостеприимную Карачаево-Черкесию ежегодно миллионы туристов из различных регионов и стран. И с каждым днем поток растет. Наша задача – сделать все, чтобы путешествие по республике приносило гостям истинное удовольствие и радость. От всей души поздравляю и желаю работникам туристической сферы ярких идей и успешной реализации планов, а любителям туризма – новых маршрутов и удивительных открытий, говорится в поздравлении. Также Рашид Тимрезов сообщил, что сегодня в День туризма стартует всероссийская акция «Россия вдохновляет», которая станет отличным поводом рассказать всем о своем любимом месте в России. Для этого нужно поделиться в своих личных аккаунтах впечатлениями о любимых маршрутах и указать хэштеги «Россия вдохновляет», «День туризма». Глава республики призвал всех показать, как богата и прекрасна наша великая родина Россия.